Доброго времени суток, кто зашел в гости. Нахожусь я сейчас на выставке бесплатной. Кутюр. Высокая мода. Завтра эта выставка будет распродаваться 9 апреля. Сегодня можно посетить бесплатно всем желающим. Она работала 5, 6 и сегодня 8 работает еще. Все можно будет завтра приобрести. Людей много, стояло в очереди час. Моделей много. Представлены разные дома моды. Dior, Chanel. А также представлена бижутерия. '71 год. Даже прикоснуться можно и потрогать можно. Вот я отгибаю платье, смотрю. Люди заполняют анкеты. Как я понимаю, наверное, можно зарезервировать сегодня и выкупить на завтра. Ну, то есть, так как люди заполняют анкеты, значит, есть желающие купить. Распродажа назначена на завтра, на 9-е. Эскизы. В некоторых помещениях приглушенный свет. Сделать так, чтобы никто не попадал в кадр, нельзя. Людей очень много. И на улице еще очень большая очередь стоит. Когда люди отходят, можно заснять. Когда стоит толпа, хочешь не хочешь, не получается. Платья красивые, могли бы и сегодня быть вполне актуальны. Вот это платье. Нельзя сказать, что оно сегодня бы не пошло в ход. Некоторые расцветки, конечно, того времени. Это старые коллекции. Можно сказать, что это предлагается выкупить коллекционерам. Вряд ли она стоит 20 евро. Шанель. Некоторая одежда и сейчас вполне может быть актуальна. Это, конечно, старая мода. С шапочками такими сейчас такое никто не носит. Сейчас натуральное вообще никто не носит. Все больше синтетика. Я имею в виду натуральные меха. Я сделаю 2 ролика, наверное. Так как с доставкой сложно угадать. Это Dior. Леопардик сейчас в моде. Валентина. Thank you.
Il a demandé si c'était un chemin de table. Il demandait et qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'on fait quand on va un chemin de table. Tu veux que je te le prends faire pour répondre? Et tu vois, il dit que les Pascal qui vous y a. Qui me renvoie Живешь и так в Париж. Приехала, бесплатно смотришь на высокую моду. Старые коллекции, но интересно посмотреть. Бесплатно. 3 дня. Без записи и резервации. Приходишь, стоишь в очереди сейчас и смотришь на Dior, Valentino. Ну и так далее. Мода уходит, мода возвращается на многие вещи. Мне было 18, когда, даже меньше, наверное, 16, когда были модные пирамиды. Джинсы расклешенные, с приталенной талией. И сейчас мода вернулась. Все носят женщины расклешенные брюки. Не зауженные, а расклешенные, как было модно много лет назад. Во Франции все, кто шьют, это кутюрье. У нас кутюрье – это какой-то выдающийся, очень выдающийся по старинному портной, можно так сказать. Сегодня это кутюрье, в основном у нас мужчины. А здесь кутюрье, даже если ты шьешь просто в какой-то там швейной мастерской, ты тоже кутюрье, так же, как и артист. У нас артист, выступающий на сцене, художник. Здесь любой человек артист. Я тоже артист. Мне некоторые платьишки напоминают моду моих родителей, когда были фильмы советских времен. Пышные платьишки с рюшечками. Вот из того времени, моей мамы. 25-й год, 53-й год. Вот из 53-й год, времена моих родителей. Когда они были молодые. Вот такая коллекция есть для распродажи. Можно посетить. Сегодня последний день. Завтра все будет распродано. Я вернулась в первый зал. Закончу этот ролик с моими комментариями и сниму еще один без комментариев. Заходите в гости, не забывайте. Я освещаю жизнь в Париже, разную, интересную, то, что доступно простому человеку.
И до новых встреч на моем канале.